это начало мысли, мы не ожидали такого, но разложили строки в перепонке, будто по полкам. Теперь в ваших колонках наши голоса дорожкой. Не ставьте нам рожки, лучше качайте бошками. Вы строго не судите, лучше оставьте все на репите. Слушайте и не пиздите, Ермак читает, все молчите. Вот и подошел конец записи нового материала. Честно сказать, мы даже не устали. Вы услышите это в начале месяца, может позже, все вышло четко и нереально круто. Мы набивали эти тексты, все шло как по маслу. Не было момента, когда хотелось на этом заканчивать. Мы бы записали больше, но хватит и столько. Теперь осталось ждать сведений и всего остального. Хуячите. В каких-то городах ходят разные слухи, а я хочу пригласить вас на охуенную тусу. 6 октября будет пиздец как жарко, ваши головы будут качаться здесь по тактам. Вот и записали альбомчик, цени, братан. Наш подгончик, мы не захавали пончик. Эти текста нас точат, если твой мозг захочет, приходи на презент. Не в Оренбурге, а в ДК, металлурге. Не в Вольске, а в родном Подольске. Примерно 6 октября в часов 5 все будет забеща. Дохуя обещаю я, народу будет дохуя, прокачаю вас на. Приходите все туда 6 октября в металлург ДК. Дай пятюню, братка. Йоу-йоу! Йоу-йоу! А я оператор, ёбаный! База фака, брат! И база фака, бич!